Это двоянка, либо двойчатка, либо двойная флейта или двойная свирель. У нее много названий, она была у очень многих народов, и теперь она водится и в нашей мастерской. Всего у нее 8 игровых отверстий, 6 сверху и 2 сзади для больших пальцев. У нее 2 независимых канала, один бурдонный и один игровой. 2 свистка. Можно играть на одном свистке, можно играть на двух свистках. Она хроматическая, то есть можно играть все абсолютно ступени по полутонам. Либо можно играть в 4 основных удобных для нее тональностях. Это си бемоль мажор, си бемоль минор, до минор и до мажор. До мажор. Си бемоль мажор. Си бемоль минор. До минор. И можно совмещать тональности, используя вот это вот отверстие для смены тона бурдона, играть аккордами, например, в до миноре и в си бемоль мажоре. Thank you.